Елена Лазарова из Киева, Болгария. Пожалуйста, Андреас Константинидис, Кипр. Супервайзер Рамщата, Сергия. Номер 2 Кия Корнелик. Номер 3 Катя Кюльбахо. Номер 6 Ралина Фридер. Номер 8 Анна Боричева. Номер 15 Никола Зенкова. Лидер команды номер 9 Лора Венко. Главный тренер Руно Наполитано. Ассистент тренера Лука Щапини. Стартовый состав команды «Зина».
Thank you.
Ряд 25 место. От Ястреба получает два билета на матч женской команды «Динамо Краснодар», который состоится 4
Динамо Москва. Вот такие вот счастья. Себя вот этой хитрой палатки. Итак, спасибо за аплодисменты. Два билета разыграли. И мы продолжаем дальше. Болеть за Динамо Краснодар! Становиться от ястреба в подарок. Технический тема закончен. Вылезай!
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Thank you.
Третий сектор, внимание, вам вопрос. Назовите имя женской команды «Динамо Краснодар» соответственно. Она начала играть в волейбол в 16 лет. Это первый вопрос. И второй вопрос. Она хорошо знает сказки «Русалочка» и «Спящая красавица». Кто это? Варианты. Светлана Гришкова. Третий вопрос, подсказка. Если бы ее назначили генеральным директором «Динамо Краснодар» на один день, она бы назначила этот день выходным. Вы почти рядом, но вообще нет. Еще один дополнительный вопрос, вернем с пространства. Ее была центральная блокирующая. Руку принимаем, говорим. Молодец! Да, это Екатерина, привет. Достается вот такой куль-куль. И иди сюда. Достается настоящий куль-куль. Получше. Ну ладно, хорошо, сейчас вот так вот передадим. Я бы сегодня говорил о том, что компания «Спортфитнес» официальный партнер волейбольного клуба «Динамо Краснодар». Сотрудники «Спортфитнес» компании имеют 15-летний опыт по консультированию, подбору и поставке спортивных товаров и тренажеров. «Спортфитнес» ответит на любой вопрос в области спорта и фитнеса. «Спортфитнес» поставляет спортивные товары, оборудование для спортивных, как профессиональных, так и домашних залов на любой вкус и любой бюджет. Oh!
6. Thank you.
Thank you.
10-18. Come on, 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 come on
Спасибо. И у нас матч бой!